Яны пераадолелі 2,5 тысячы кіламетраў, каб парадаваць і здзівіць гомельскіх гледачоў. Гаворка ідзе пра 4 белых мядзведзяў, якія на гэтым тыдні прыбылі ў Гомель з Екатерынбурга. Яны галоўныя героі новай навагодняй праграмы ў цырку. Знаёміцца з паўночнымі гасцямі адправілася Ганна Каральчук. Давай, давай лапы, давай, давай, высовывай, ну высовывай, высовывай, высовывай. Йо, да, а вот эту не надо, ты меня сейчас зацепишь меня. Гэтую белую прыгажуню зовуць Кнопа, что вельмі потешно, бо яна важить прикладно 400 килограммов. Кнопа и ее соброуки Моця, Умка и Дора – профессийные артистки цирка. Можно казать, нават заслуженная, бо кожная из мядзведзя сполнилася по 20 годов. Для их это поважанный узрост. Однак долгий шлях до Гомеля яны переодолели добра. Поспели акліматызавацца и уже выходили на гомельскую арену. Покуль что только для репетиций новой новогодней программы. У каждого есть свой кусок. Допустим, Дурочка там мячик ловит, допустим, она играет на трубе, Умка у нас сидит на арфе, Кнопочка, допустим, на барабане. Мотька раньше была дирижером, но потом уже, увы, перестала, как говорится, надоело ей быть дирижером, и она ушла на пенсию с дирижера. Кто-то кульбитик делает, кто-то, каждый свой кусочек. Белые, они, получается, у них нет таких естественных природных дел, как у бурых, да? Там 4 лапы. У нас рабочие в основном передние лапы. У Гомель гэтыя мядзведзіцы прыбылі ў першыню, а іх дрэсіроўшчык Юрый Хахлоў апошні раз быў у нас больш за 20 гадоў таму. Дарэчы, ён і яго жонка Юлія Денісенка адзіныя, хто работае з гэтым відам жывёл. Палярны мядзведзь самы буйны наземны драпежнік, і ў свеце белых мядзведзяў засталося не больш за 25 тысяч. Навукоўцы занеслі жывёл у чырвоную кнігу і нават заснавалі дзень палярнага мядзведзя 27 лютага. За сваімі пухнатымі дзяўчатамі дрэсіроўшчыкі добра даглядаюць. Кормят, часто мыют и створают необходимый климат. Сейчас я не знаю, сколько у нас. Чуть-чуть теплее, чем на улице. Может, 5, может, 7 градусов где-то. Стараемся, знаете, все, чтобы им было естественно, комфортно, чтобы не было никаких вот этих непонятных трюков. Мы берем, скажем, красотой нашей, да, красотуля? Они, во-первых, уже у нас возрастные, мы их стараемся беречь, чтобы порадовать как можно дольше зрителям. Прэм'ера программы «Белые мядзведзі» у новогоднем цирку пройдзе у гэтую суботу, 19 снежня. Акрамя гэтых мішак на манежы выступяць акрабаты і паветраныя гімнасты, жанглёры, клоун, дрэсіраваныя сабачкі і тхары. З надыходзячымі святамі гледачоў павіншуюць любімыя казачныя героі – Дзед Мароз і Снягурка. Убачыць новагодні паказ у гомельскім цирку можна до 10 студзеня. Ганна Каральчук, Ігар Марышчынка, телерадыёкампанія «Гомель».